Джеффри Херн для Dance Sport International представляет «Время танцевать на золотой уровень», часть первая. Чемпионы мира по стандартному танцу среди профессионалов Кристофер Хоукинс и Хейзен Ньюбери. Мы рады встретиться с вами в нашем новом видеофильме «Время танцевать», посвященном серебряному и золотому уровню, вальсе, танго и венскому вальсу. Вы сможете не только повысить мастерство исполнения после изучения наших предыдущих фильмов, но сможете успешно пройти более сложные экзамены на медаль. Некоторые из вас, наверное, посещают танцевальные школы, получают удовольствие от танца, хорошей физической формы и возможности постоянно встречаться с друзьями по танцу. Фигуры, которые мы предлагаем вам, будут полезны всем возрастам, от детей до пожилых людей. В какую бы страну вы бы ни поехали, вы сможете уверенно танцевать эти танцы и будете вызывать восхищение своим безупречным ритмом и элегантным стилем. Ведущие организаторы и учителей танцев предлагают целый спектр экзаменов для различных уровней. Если вы хотите проверить себя, обращайтесь в свои школы за информацией и программой. Если вы хотите повысить свое мастерство, чтобы участвовать в конкурсе, которые регулярно проводятся, предлагаемые фигуры будут той основой, на которой построены все конкурсные схемы. Для сдачи медальных экзаменов нет необходимости использовать все предлагаемые вариации. Вы сможете выбрать, какие именно фигуры вы хотите добавить к вашим прежним схемам предыдущего уровня. Привет, меня зовут Джефф Херн, и я всю свою жизнь преподаю танец. Я принимаю экзамены и у танцоров-медалистов, и у кандидатов в профессиональные учителя танца. Эта работа доставляет мне большое удовольствие. Она доставляет огромное удовольствие и мне, и моим ученикам. Позвольте представить вам пару, с которой мы сегодня будем работать. С большим удовольствием я представляю вам чемпионов мира среди профессионалов Кристофера Хоукинса и Хейзен Ньюбери. На этом уровне танца очень важно применять упражнения для стоп, ног и корпуса. Давайте попросим Кристофера и Хейзен показать нам некоторые упражнения. Итак, давайте встанем, ноги на расстоянии, и будем переносить вес с ноги на ногу. Поднимемся сначала на правой ноге, на раз, два. Затем мягко спустимся на три. Повторим на левой ноге. Подъем на раз, два. Опускание на три. Давайте повторим несколько раз. One, two, three. Oh, one, two, three. Oh, one, two, three. One, two, three. Good. Now we have the feet and legs working. Вот теперь у нас работают стопы и ноги. Давайте попробуем выполнить это упражнение под музыку вальса. Oh, one, two, three. 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 Now we must understand swing. Теперь мы должны понять, что такое свинг. Хорошо обратиться к свингу после того, как вы изучили фигуры, которые предлагались вам в наших прежних видеофильмах. Встаньте, пожалуйста, ноги вместе, вес на правой ноге и вынесите свинговым движением левую руку вперед. Перенесите вес на